Добрый день! Я рад видеть всех подписчиков и гостей канала 18 суток. И сегодня мы будем готовить традиционный йеменский копчено-острый соус. Для приготовления данного соуса мы возьмем 2 столовых ложки сахара, 1 столовую ложку сушеных и копченых томатов, 20 зубчиков чеснока. Если у вас зубчики мелкие, берите 20 штук. Если крупные, где-то в пределах 15 штук. Один небольшой сладкий перец. 100 мл яблочного уксуса, 2 средних томата, я взял черноплодные сорта. 1 кг перца, в моем случае это перец хабанера, красный, хабанера шоколадный, 7 Pot и Тринидад Маруга Скорпион. Второй этап. Нам нужно будет весь острый перец разделить пополам, разрезать его, вынуть с него семена, также и со сладкого перца, половину острого перца мы закоптим, а половину оставим так, как она есть, чтобы ароматы хабанера смешались с ароматом копчености. Я почистил ровно полкило перца, добавил еще оранжевого хабанера, загрузил в коптильню. Коптить будем где-то в пределах 30 минут. Засыпал сюда опилочки. Опилки у меня с груши. Мне нравится копчение именно грушевыми опилочками. Вкус вообще обалденный. Сейчас закроем коптильню. И через 30 минут посмотрим, как прокоптились наши перцы. С коптильни начинает проявляться дымок. Вот он идет. И одеваем шлангочку, в которой вставлена в вытяжку. И засекаем сейчас ровно 30 минут. В этой коптильне вот гидрозатвор. Сюда наливается вода, так что дым не проходит. На этой коптильне уже перекоптил, не знаю, несколько тонн, наверное, рыбы и мяса. Очень хорошая коптильня, она небольшая, такая вот. Как раз сюда заходит 4 курицы. Коптим здесь все, все абсолютно. Прошло 30 минут. Все, дым уже практически не идет, опилки перегорели. Теперь оставляем минут на 20, чтобы коптильня остыла. Потом откроем, посмотрим. Наш перчик готов. Он же прокоптился. Немножко потемнел. Запах просто супер. Пахнет хабанера, которая смешалась вместе с дымом. Такой непонятный, какой-то ароматический, даже не знаю, как сказать. Просто супер пахнет. Вообще бесподобно. Так, вот у нас половина закоптилась. И вот еще половина кульки. Сейчас мы все вот эти ингредиенты загрузим в кастрюлю, нальем немножко водички и поставим на огонь и будем варить в течение 20 минут. Загружается все, кроме уксуса. Загружаем в кастрюлю томаты. Я их порезал на несколько частей. Потом измельченный чесночок. Перец копченый. Здесь и сладкий перец у нас. Все это должно загружаться в кастрюльку. Теперь самое главное, чтобы это все поместилось в кастрюлю. Надеюсь, поместится. Хотя кастрюля уже, мне кажется, будет полная. Загружаем в конце свежий перец. Получилась полная кастрюля.
соли, специи пока оставляем. Так. Все, перчик наш готов. Теперь высыпаем сахар. Здесь 2 столовых ложки сахара. И заливаем водичкой. Ну, сейчас залью пол кастрюли воды. Когда оно чуть-чуть сядет, я его подожму и добавлю еще немножко водички. Теперь добавляем немножко воды. Воду будете добавлять в зависимости, сколько у вас будет перца. Это у вас пойдет пол-литра, либо меньше. Тут уже как бы на глаз. И вот я набрал. Сейчас добавлю еще немножко. Теперь добавляю еще немного. И вот где-то четверть кастрюли. Сейчас ставим на медленный огонь. И ждем, пока оно размякнет, немножко усядет. Наливаем воды столько, чтобы она покрыла сам перец. И варим в течение 20 минут. У нас соус варится 10 минут. За 10 минут до окончания высыпаем специи. И варим еще 10 минут. Прошло 20 минут. Все, выключаем наш соус. Я еще забыл сказать. На такое количество соуса еще надо добавить чайную ложку соли. Добавляется она вместе с сахаром. Замотался и забыл. Теперь даем остыть соусу. Когда он остынет, загрузим его в блендер и измельчим. Соус наш остыл. Теперь мы можем загрузить его в блендер. От горячего может лопнуть чашка. Так что сейчас будем загружать. Загружать и измельчать. Если я выможу весь блендер, неудобно в одной руке держать, в другой наливать. Сейчас, наверное, вот так. Так, сейчас я загружу и потом все покажу. Так, включай и измельчай. Наш соус почти готов. Получилась вот такая вот консистенция. Очень-очень густой. Просто бесподобный. Запах и вкус у него просто нереальный. Если будете готовить такой соус, я даю вам 100% гарантию, что это будет ваш самый любимый соус. И кроме него вы не будете ничего готовить. Бесподобный вкус, бесподобный запах. Теперь, если вы будете хранить этот соус в течение месяца, вам останется только долить 100 мл уксуса и поставить в холодильник. Этот соус будет храниться в пределах полутора месяцев. Если вы хотите его оставить на более длинное время хранения, нам надо будет сейчас поставить этот соус на огонь и довести до кипения. Как только он закипит, мы за 5 минут до окончания вольем уксус. Еще 5 минут он покипит нас с уксусом. Я когда варил, сказал, что за 10 минут до окончания варки мы всыпаем специи. Я имел в виду, это сушеные копченые томаты. Наш соус закипел. Его надо постоянно помешивать. Значит, соус очень-очень густой. Так, как только закипел, мы вливаем уксус. Уксуса вливаем 100 мл. Вот с такой пропорцией соус будет стоять где-то в пределах 5 месяцев. Вы можете соус добавлять в любом количестве. Можно добавить и 200 мл, соответственно, соус будет стоять намного дольше. Теперь вот мы влили уксус, и еще в течение 5 минут соус должен покипеть. Как только пройдет 5 минут, мы горячий соус разольем по стерильным банкам или бутылкам и закупорим. Этот соус можно пропустить через сито, если вы не любите крупные частицы, чтобы были в соусе, либо оставить так, как он есть. Я предпочитаю, чтобы он был
такой, какой он есть. Так, теперь варим еще 5 минут и будем разливать по бутылкам. Подводим итоги. Итак, с 1 килограмма сверхострых сортов перца у меня получилось 7 бутылочек по 200 миллилитров. Это 1 литр 400 миллилитров. Это очень-очень густой, очень насыщенный. Смотрите, какой. Я не представляю, как люди делают с 300 грамм перца 2 литра соуса. Если уходит на такое количество 1 килограмм. Это если не экономить, делать все как должно быть. Этот соус невероятно острый. У него просто бесподобный вкус, запах. Просто вкуснейший соус. Я советую делать такой вам. Если вам понравился этот соус, но у вас нет возможности его сделать, вы можете его приобрести у нас. Каталог наших соусов вы можете посмотреть под этим видео в верхней строке комментариев. Там есть ссылки на семена. И в одной из ссылок семян острого перца на самой последней странице есть полностью все соусы, которые мы продаем. Можете посмотреть и заказать у нас. Соусы мы высылаем в любую точку мира.